Друзья, всем привет! Карельский берег. Только что закончился дождик. У нас идет вот хорошая подтяжка, к которой мы, собственно говоря, и направляемся. Давайте посмотрим, что это может быть. У него нет сорта, помогите. Помочь? А? Ох, красота! Вот какова красота! Вот это монстрина! И на что у нас такая монстрина зашла? Чистая кукуруза, да? Два парня. Дистанция? Метров 80. Метров 80? Прям под самый VIP положили, да? Ну давайте, доставайте крючок, давайте посмотрим. Его в ваших руках. Да мы все видим такую округу. И это далеко не самый крупный экземпляр, который будет в трех пескарях и непременно радует вас. По впечатлениям, по ощущениям, будьте добры, взгляд на нас, и что скажете-то вообще? Хорошо. Третий сегодня, он еще один поймал. Опа, и тут же у нас... Ух, красота! После дождя скользковато, да? Нет? Нет. Дернуло? Так, ладно, давайте разберемся тогда пока с этим. Взвесим его и посмотрим, что мы делаем с ним дальше.